Елена Ханга поделилась душераздирающей историей. Телеведущая обсуждает с подписчиками различные семейные проблемы. Накануне телеведущая задалась вопросом, что делать, если мужчина запрещает женщине работать. После 30 лет брака одна из ее знакомых осталась у разбитого корыта. Дама жила на полном обеспечении мужа и не работала, поскольку тот запрещал это делать. Она никогда ни в чем не нуждалась, но в какой-то момент все изменилось. Так продолжалось до тех пор, пока он не нашел себе молодую красотку и не выставил жену за дверь. С собой она унесла пару чемоданов одежды и собачку, посетовала Ханга. Телеведущая нашла выход из ситуации. Если супруг ведет себя подобным образом, стоит сразу же оговорить с ним ежемесячное пособие за поддержание уюта в доме. Либо все-таки устроиться на работу, вопреки желанию мужа, но быть готовой к разрыву отношений.